Сырая гречка с кефиром по утрам натощак – это действительно удивительный рецепт здоровья, который творит чудеса и очень полезен для очищения всего нашего организма, что очень важно для похудения, для поджелудочной, печени и других наших жизненно важных органов. Только не пугайтесь слова «сырая». В результате гречка получится очень даже вареная и вкусная. Даже еще вкуснее, чем приготовленная традиционно на воде. Пользу от таких завтраков без варки вы почувствуете очень скоро, если будете так завтракать каждое утро в течение ну хотя бы пару недель. Но даже один разгрузочный день в неделю съеденная гречка с кефиром натощак принесет пользу вашему организму, и поджелудочная, печень, да и весь организм в целом будут вам за это очень благодарны. Итак, как приготовить гречку для похудения и здоровья? Что творит чудеса? Более простой процесс приготовления просто сложно придумать. На одного человека нужно взять 2 столовые ложки сырой крупы и 200 грамм кефира или простокваши. Гречку чистим, промываем проточной водой и даем стечь. Пересыпаем в тарелку с высокими бортиками. Очень хорошо подойдут небольшие салатницы. Заливаем 200 граммами кефира или простокваши. Накрываем крышкой или тарелочкой и идем спать. На утро ваша сырая гречка с кефиром, приготовленная по рецепту для похудения и очищения вашего организма, готова. Можно есть просто так, если строгая диета. Блюдо вкусное и само по себе. Но при желании можно добавить специи, укропчик, куркуму или фенхель. А можно съесть с орехами, изюмом, бананами, яблоками и медом. Ешьте на здоровье гречку с кефиром натощак и будьте всегда красивыми и стройными.